Добрый день, дорогие мои. Солнышко, сегодня 1 апреля, никого не верю, но вы мне поверите, что я сегодня в огороде работаю, гостей проводила. Вчера очень событие было красивое, хорошее, приятное. Дай Бог всем такого. Но мы не успевали ничего выкладывать, представлять. Но сегодня невестка обещает, что все будет как положено. А я думаю, время не тратить, гостей провожала. Чуть-чуть в огороде вроде смотришь, ничего нету, да? Но я столько мусор же соберу, потом все вам покажу. Потом немножко дизайн хочу поменять. Хочется двигаться немножко, дома уже устали. Первый день вчера вышла и сегодня вышла на свет, как можно сказать, на солнце. Хотя мне без очков нельзя, но пока привыкаю, вчера было мне сложно. Вышла и говорю, а чё ж это так мне трудно? Потом поняла, мне очки надо после операции. Хочу вам желать хорошего, солнечного, хорошего, приятного настроения. Погода хорошая, душа спокойная. Главное, мир везде, дорогие мои. Так что я вас очень люблю и благодарна Богу, что вы есть. Оставайтесь со мной. Слушай, я забыл огородный рэп. Ша, 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 ага-га-га, огород. Ша, 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 ага-га, огород. Ша, 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 ага-га, огород. Ша, 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 ага-га-га, огород. Вроде смотришь, как будто ничего не работали, да? А сколько я уже травку, уже не поместится еще. Все постригала, форму принесла, еще не, конечно, все. Сейчас еще буду дизайн делать немножко. Уже смотри, сколько мусора я вытащила. Как будто ничего не делала. Или заметно? Свет. Заметно еще как. Сейчас еще порядок все принесу, соберу мои причиндали. Вот так все, пока еще не все. Смотрите, дорогие мои, только что посадила цветы, они у меня уже цвели! 1 апреля, никого не верю! Поздравляю вам с 1 апреля, дорогие мои!